Всем привет! Измельчаем грецкие орехи, а также петрушку. Все перемешиваем. Нам потребуется тунец, яйцо, сыр, маринованный огурчик, зелень, зубчик чеснока. Солим, перчим. Добавляем майонез и все перемешиваем. Из приготовленной начинки формируем шарики размером с грецкий орех. Обмакиваем их в ореховой смеси и копченой паприке. Вместо шпажек втыкаем соленую соломку. И у нас получается необычная, интересная, оригинальная закуска. Рекомендую приготовить, это очень вкусно. Кому понравилась идея, ставьте лайки, пишите комментарии. Буду очень рада. Всем удачи! Пока-пока!